Вот такими объятиями встречают всех в парке Горького. Группа подростков решила День знаний превратить в День объятий. Сегодня пришли обниматься со всеми подряд. Это наша акция «Добра, флешмоб». Мы ходим и обнимаем людей просто так. В школе мы обнимаем людей, которых мы знаем. А тут дарить незнакомым людям позитив. Это весело и здорово. Официально 1 сентября в Пермском крае перенесен с воскресенья на понедельник. Исключение лишь Пермский кадетский корпус. Там торжественная линейка строго, по календарю. Я просто из лицея приехал, я кандидат. Вот, и, ну, как бы в 1 сентября мы с мамой вот решили отметить, я просто не заходил домой. Я вот когда приехал, вот у нас КМБ, курс молодого бойца был, я вот когда приехал, ну, сначала хотелось как-то домой, а потом, вот сюда приехал, и сразу же после построения захотелось обратно. Учащиеся школ, лицеев, колледжи, университетов, техникумов и училищ официально отгуляли последнее воскресенье каникул. Это последний день лета. Развлекаться нужно. Последний день лета, уже 8 человек. Уже покушали так. Сейчас, наверное, походим, погуляем. Может, на колесо обозрения сходим. Финал летних каникул экстремалы отмечают финальным заездом. Сегодня они катают до темноты. Решили заняться любимым делом нашим. Покататься на наших любимых великах. Да, покатать. Ну, потому что уже, когда пойдем в школу, мы из этого не сможем сделать, да. Потому что просто времени не будет. Всего в школы Прикамья в этом году пойдут почти 284 тысячи школьников. Для них еще один день каникул получился хоть и маленьким, но праздником.